Наш фонд работает в сфере образования, и это было первое направление, с которого фонд стартовал 20 лет назад. Потом довольно-таки быстро добавилось второе большое направление – это развитие музейных культурных институций. Ну и последние годы мы очень много усилий прикладываем по нашему третьему важнейшему направлению – это развитие филантропии. Наши грантополучатели – это, как правило, люди неравнодушные, которым не все равно, как они живут, что происходит рядом с ними. Их объединяет способность формировать вокруг себя команду единомышленников. Потому что в одиночку никакая простая, уж тем более сложная задачка не решается. Привет, меня зовут Иван, я предприниматель и ученый. Ученый и математик, и предприниматель-популяризатор. Я очень люблю науку, люблю экспериментировать. Я плохо играю на гуслях и в футбол. Ну как плохо, мне нравится, как я играю на гуслях. Я сейчас расскажу стихотворение, называется «Исповедь к сыну». Автор Рюдьярд Киплинг. Это одно из моих любимых стихотворений. Владей собой среди толпы сметенной, тебя клянущий за смятение всех. Верь сам в себя наперекор вселенной и маловерным отпусти их грех. 27 лет назад мама меня родила в воду, а папа сразу же облил холодной водой. Я думаю, что это на меня очень сильно повлияло. Сейчас я собираюсь довести парафин до кипения. Опа, 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 опа! Иногда опыты идут не совсем по плану. В общем, спасибо, ребят. Странное. Маша, а почему здесь с двух сторон пуговицы на этих? Ты иди одевайся уже. Есть такое наблюдение, да, что там физика, математика – это так скучно, неинтересно. И чаще всего проблема в том, что вовремя этим людям ее просто не преподнесли. Тогда мы с ребятами, я математик, да, еще физик, биолог, мы решили ездить по школам и показывать школьникам классные уроки физики. Фонд нас поддержал, и на средства гранта мы закупили все необходимое оборудование, ездили по школам, проводили эти уроки. А позже выяснилось, что это очень востребовано, и что люди, ну, готовы платить за то, чтобы посмотреть на мир глазами ученого, да, чтобы увидеть какие-то интересные явления, узнать про них больше. И так это превратилось в бизнес. Я вам сейчас покажу, как образуются облака. Раз, два, три. Останься прост, беседуя с царями. Останься честен, говоря с толпой. Будь прям и тверд с врагами и друзьями. Пусть все в свой час считаются с тобой. 5 месяцев назад у нас родился сын Михаил. Я присутствовал на родах. Я считаю, это вообще самое необычное явление, которое я когда-либо видел. Ты Миша, а я папа. Меня папа зовут. А ты Миша. Тебя Миша зовут, а меня папа. Для тебя я папа. Мы 5 лет назад основали музей науки Ньютон Парк. Мы стараемся заинтересовать людей разного возраста наукой. Здесь можно на практике узнать законы оптики, увидеть, как получаются разные цвета, почему небо голубое. Детям это все очень нравилось. Эти горящие глаза я никогда не забуду, они до сих пор меня мотивируют заниматься, да, этим делом. Наполни смыслом каждое мгновение. Часов и дней неуловимый бег. Тогда весь мир ты примешь во владение. Тогда, мой сын, ты будешь человек. Хорошо. Вот такой мой любимый опыт. Очень классно. Я думаю, что очень важно сохранить ребенка в себе, взрослому человеку. Потому что ребенок, он смотрит на мир непредвзято. И у меня есть у кого поучиться этому. Теперь есть такая хорошая отмазка.
чему я проявляю в себе этого ребенка. Потому что я играю вместе с сыном. Вообще, с домами-музеями, или как их часто еще называют, мемориальными музеями, это очень, ну, непростая история. Создание музеев, оно отчасти, наверное, очень близко к профессии режиссера. А свет дали? Нет. Ведь об одном и том же человеке можно рассказать по-разному. Одну и ту же пьесу можно поставить по-разному. Здесь смотрят альбомы, а потом поворачиваются, и вот мимо вот этой красоты идут туда. Все-все теперь стало понятно. Если я вижу какой-то там, допустим, заброшенный дом, и он чем-то привлекает мое внимание, безусловно, я постараюсь потом, придя домой, погуглить, узнать, кто жил в этом доме, для чего этот дом служил. Ну, то есть это вот полное погружение в материал. Вот колоссально получаю просто удовольствие, огромное, если я просто читаю. Читаю сразу несколько книг, сравниваю, делаю выписки и пишу тексты. Вот эти свои знания полученные, новые, можно переложить в то, что будет интересно людям. Это у нас не в рамках лекции, мы сделаем это как отдельно. Не, ну мы... Сейчас выключишь опять. Музей вначале должен быть придуман на бумаге. Должен быть текст. Его называют по-разному. Его называют концепцией музея или концепцией выставки. Стены выровнены, пол залит. Все такое крошечное. Но я вообще вот вчера в большом восторге была. Любое историческое пространство, оно только тогда работает, когда оно вот хранит вот эту атмосферу своего героя, который ее создавал. Люди, которые были хозяевами и создали эти пространства, у них у всех были свои характеры, у них у каждого был свой темперамент, у каждого были свои привычки. И, соответственно, эти привычки проявлялись во всем, в организации пространства, в выборе вещей, там, в режиме работы дома. Аполлинарий Васнецов, допустим, человек был с характером. Он в свое время выгнал из своей мастерской Маяковского, потому что там тот похулиганил. Взял и написал цветы черным цветом. У нас есть возможность, чтобы посетитель, который пришел в такой дом, он вот это все смог как бы ощутить, понять. Мне, наверное, очень повезло. У меня не было такого ощущения, что вот я иду на работу. Какой ужас, какой кошмар. Неважно, музей это был или преподавание. Когда меня спрашивают, ты куда идешь? Я всегда говорила, я иду в музей. Если бы не было тогда этого гранта, первого самого, ну, наверное, 80% из того, что случилось со мной в жизни и в профессии, не произошло бы. Наверное, об одиночестве мы начинаем задумываться именно вот в годы взросления, вот когда мы юны. Ну, у каждого оно по-разному проявляется, и каждый ощущает это по-своему. Роман Селлинджера был одним из самых важных в юности. Это был первый абсолютно честный рассказ об одиночестве. Ну, как же я могу не любить Селлинджера? На любого человека обрушивается действительно лавина информации. Когда человек пользуется интернетом, естественно, никакой системы в этом не существует, и создать ее за обозримое время практически, я думаю, невозможно. Программа «Музейный человек изобретающий» в какой-то степени – это то популяризаторство, которое, я уверен, и необходимо сегодня. С минимумом формул, но с максимумом ассоциаций. В 2008 году я понял, что надо работать через фонд Потанина, и оказался прав. Человек изобретающий делался людьми науки. Все, кто причастен к проекту, очень активно участвуют и в научных исследованиях. И это означает свою индивидуальную точку зрения.
на кафедре. Слушай, смотри, это какая-то необычная штука, и это зажигалка. Чем она пахнет? Бензин. И с бензином вообще не совпадает. У нас не бывает химии только. У нас не бывает физики только или биологии только. Надо показать, как рождается. Даже формула. Вот мы начинаем обсуждать, а вот каким таким интерактивом, вот чем таким, вот какими зрительными образами можно было бы это сопроводить. Важно показать, понимаешь ты, спонтанность этого процесса. Она протекает, вот смачиваемость и вот это. Понятно? Вот этот момент рождения чего-то, это ведь то, что вплетено в ткань человека изобретающего. Проследить поэтапно, вот эту нить протянуть поподробней. Иногда приходится прямо делать обходы магазинов, приобретать что-то на рынках, какой-то материал и для лекций в обозримом будущем. Это воск. Да, это воск. Давайте, заворачиваем. Вот это можно скрутить. Фитиль прилагается, видите, фитиль прилагается. Это мед. Ну, конечно, это мед. Мы с возрастом утрачиваем способность к игре. Вместе с этим утрачиваются и краски жизни, так сказать. Они уходят, какие-то стороны становятся тусклыми, неинтересными. Это очень плохо. В той системе, в какой работает проект «Человек изобретающий», «Научая, развлекая, развлекая, научай», я пытаюсь найти идеальные, органичные соединения искусства, наук и технологий. Наверное, меня всегда интересовал потенциал человека. Какие твои сильные стороны? Кто ты, куда ты движешься? Я думаю, эти вопросы, зачем мы живем, да, эти рано или поздно вопросы задает себе каждый человек. Здравствуйте. Моя жизнь связана с университетом целиком. И есть одна из таких форм приложения потенциала, связанная с организацией коллективной деятельности. Это ответственность и умение организовать людей на общий результат. Всегда легче делать то, что тебе скажут, нежели взять ответственность и распределить эти роли. Мы на пороге новой промышленной революции, которая теперь требует массовой подготовки инноваторов, предпринимателей, стартаперов, но не простых как бы, предпринимателей, а вот этих, которые исследователи. Но теперь они должны стать лидерами и научиться свои продукты быстро имплементировать в экономику, создавать импакт. И, собственно, богатство нации связано с университетами, которые умеют это делать. Среда университета принципиально избыточна. Хотя многие университеты эту избыточность сегодня как бы разрушают, просто потому что она очень дорогая, ее трудно содержать. Да, вот ботанический сад, где мы сегодня, или там капелла, например. То есть огромные затраты, которых в логике управления и бизнеса сегодня нужно точно отказываться. Но мы принципиально этого не делаем, потому что понимаем, что да, это дорого, но это среда созревания личности и формирования личности. И она должна быть избыточной, чтобы человек мог выбрать любую траекторию и найти себя. Университет так настоящий, так устроен. Когда стал ректором, мне казалось, что я такой как-то очень маленький, а университет огромный. Я даже не понимаю, как я его могу объять, он 20 тысяч человек. Но вот теперь прошло 5 лет, я его чувствую, и мне это интересно, и меня это драйвит. То есть я это не делаю, потому что мне это нужно делать. Я не могу по-другому, потому что это действительно вдохновляет. Мне кажется, важно понимать лидерство не как способность вести огромные массы за собой, да, это масштаб лидерство, да, а как способность отвечать и брать ответственность за свою собственную жизнь. Вот здесь и сейчас, на конкретном месте. А не быть в потоке, который несет тебя, и жизнь тебя живет. В этом плане я бы пожелал, наверное, нашим всем, так сказать, и стипендиатам фонда Потанина, и нашим коллегам, да, все-таки набраться такого, как окаянство, взять ответственность за жизнь, да, и не только свою, за жизнь других людей. Это действительно так очень интересное, вдохновляющее дело, потому что только с другими людьми ты можешь делать
что-то, что на самом деле больше твоей собственной жизни. А это, мне кажется, очень такой важный мотив и очень важный правильный смысл, который человек, наверное, должен каждый обрести для себя сам. Гражданский союз – это сфера моей жизни. Это все. В Пензе мне нравится, что это небольшой город. Раньше нравилась Москва, а потом как-то я понял, что жить там совершенно невозможно. Жить надо в небольшом городе, а работать-то можно, в общем, по всему миру. Когда мы начинали, у нас было два сотрудника всего, да, это я и бухгалтер. Когда мы решили создавать целевой капитал, открылась программа фонда Потанина, вот целевые капиталы. И мы подали эту заявку, и, к нашему удивлению, она прошла. До сих пор помню две лекции, которые оказали на меня очень большое влияние. Это перевернуло все мое понимание сути попечительского совета. Я понял, что продавать можно не только майонез и спички, а продавать можно возможность сделать доброе дело. Микрогрант, который мы в этом году дали, это студия «Грация». Это отдаленный район, обычная школа. Руководитель этого проекта, она придумала купить в обычный спортзал балетные станки. Вот эта студия «Грация», она просто делает прекрасных детей, которые умеют двигаться, танцевать и показывают на сцене чудеса. Здорово, что это у нее получилось. Тебе тоже? Кушай. Мы находимся в центре «Питомец», который занимается помощью бездомным животным. Мы всегда закупаем лекарства, лечим их. Даже если это долго и сложно, мы все равно лечим. Дальше им ищем дом. Когда он появился, он был единственным в Пензе фондом, который работает с бездомными животными. Не просто приют, а где можно делать, проводить операции, помогать как-то животным. У нас бывали проблемы, что нас пытались выгнать с этого помещения предыдущие собственники. Но Гражданский союз, они встали на нашу сторону. То есть, если у нас есть вопросы, на которые мы не можем сами ответить, мы всегда обращаемся, и нам с радостью в Гражданском союзе отвечают на все и стараются помочь. У нас очень много волонтеров. Большинство сейчас волонтеров составляют волонтеры так называемого серебряного возраста. Это бабушки и дедушки, которые просто пробивают все стены вообще, все преграды сметают, и мы как-то от них тоже подзаряжаемся. Они научились писать проекты, они научились быть такими центрами общественной жизни, они научились искать деньги на свои проекты. Когда люди понимают, что если они вместе собрались и им удалось сделать что-то, что не под силу вообще никому, ни органам власти, ни бизнесу, они понимают, что они могут сделать город лучше. И потом они понимают, что они могут вообще жизнь свою сделать лучше. За 20 лет мы поддержали десятки тысяч человек. Благодаря поддержке мы можем раскрыться. И не надо бояться двигаться вперед, несмотря на любые трудности. Собственно, мы 20 лет это и делаем, помогаем людям раскрыться. Каждый из них – это человек, который смог сделать что-то, что длится, что развивается, что обладает устойчивостью. Сейчас заканчивается 5-летний цикл. До 20 ноября у меня контракт. И в этом смысле это такая, знаете, рефлексия этого жизненного этапа. Я вижу в провинциальных городах много энтузиастов. Они как-то хотят сделать жизнь в своих городах лучше. Каждый будет улучшать то место, где он живет. Наверное, через, может быть, какое-то время я бы выбрала более, наверное, спокойную жизнь. Неважно, большой или маленький музей, но это должен был быть очень значительный герой. Моя мечта, если коротко, как можно дольше
пробыть в среде единомышленников, людей, чувствующих мир, понимающих мир так же, как я. У меня в голове много разных идей, проектов. Хочу продолжать творить, быть в потоке. Ну, даже самое счастливое, да, состояние, когда ты находишься в потоке творчества.